всегда работать и никогда не опускать руки, всегда идти к своей цели, которую ты себе перед собой поставил. Попал из Костромы в детскую школу Шинника. Там прошел все от школы до дубля и до основного, и потом в основную команду попал. После Шинники попадал в заявку там в одном сезоне. Но тяжело было играть. Вот, и поехал в аренду в Кострому. Потом опять вернулся в Шинник. Потом опять в аренду в Динамо, в Питер. В дальнейшем они выкупили меня. И все, отыграл там, и учился здесь. С детства я крайний защитник. Но так, как приходится, если тренер видит на другой позиции. Могу на любой сыграть, главное, чтобы в основном составе. Все голы со стандартных положений. Хорошо получается искать позицию при стандарте. Вот. И головой неплохо, значит, играю. Любой игрок на поле должен все время искать передачу вперед, потому что вот эти передачи там поперек, это сейчас никому не нужно, никому не интересно, всегда ждут. Даже от защитника интересен тот защитник, который все время ищет вперед и хочет развить атаку, даже голевые отдавать, тоже защитники, голы забивать. Мне кажется, защитники даже иногда больше, чем нападающие хотят. А я думаю, что неуступчивый игрок. Никогда не люблю проигрывать единоборство. Вот, наверное, эти все сильные качества должны быть защитника. Думаю, скорость никогда, еще не было такого, чтобы от меня убегали. Думаю, еще надо, как получается, прибавлять в том, чтобы быстрее думать на поле. Думаю. Еще более быстрее, чем быстрее думаешь, тем потом сильнее ты становишься. Но обычно сон днем после тренировки. Дома. Обычно с девушкой дома гуляем здесь по городу, иногда приходим. Но также вечером там иногда бывает в тренажерный зал захожу. Либо дома там упражнения там делаю всякие. Со мной с девушкой здесь живет, уже можно сказать, невеста. Вот. Мы давно с ней вместе. Так что она везде со мной, в любом городе везде со мной ездит. Дома родители и один в семье братьев, сестер нету. И родственников много по всей России, можно сказать. Надо ставить перед собой самые высокие цели. Вплоть даже до того, чтобы попасть в топовый там европейский клуб. Маленькие цели перед собой никогда не надо ставить.